Полторы сотни крымских шахматистов участвуют в традиционном фестивале самой интеллектуальной игры «Крым-2014». Длительный шахматный марафон стартовал в Симферополе. За доску сели спортсмены разных возрастов. Среди них и мастера игры, титулованные симферопольцы Алексей Алексеев и Александр Шемякин. В этом году он проводится впервые, как бы, когда Крым уже в новом статусе. И он оказался рекордным. Это 19-й по счету фестиваль. И здесь где-то примерно человек 150 играет. Может, завтра еще добавятся еще люди. Обычно было даже меньше 100. Просто очень много давно не было внутри турниров, хотя наши выступали на всероссийских соревнованиях дети. Сейчас начало сезона, и этот турнир, конечно, очень интересен, потому что наконец-то мы вступаем в активную фазу игры. Будет международный обсчет, и поэтому конкуренция будет большая, конечно. Турнир проходит по швейцарской системе. Всем спортсменам предстоит сыграть 9 партий. Интересное новшество от организаторов. В этом году изменились правила игры. Крымчане адаптируются к российским стандартам проведения соревнований. Если это касается невозможных ходов, когда быстрые шахматы, сразу за невозможный ход ставится поражение. А в классические шахматы за один невозможный ход добавляется 2 минуты, а за второй уже поражение. Еще одна строгая новинка. Опоздавший на игру может сразу удалиться. Одному из фаворитов турнира, Александру Шемякину, не повезло со жребием. Уже в первом туре его противником стал сын Валерий. Победитель нескольких престижных турниров, в том числе и российских. В поддавки спортивная династия играть не собирается, но и компромисса не исключает. Жеребёвка есть жеребёвка, поэтому тут же никак не... То есть как получилось, поэтому придется играть. Сына, кажется, не хочется обижать, скажем так, поэтому мы договорились между собой на ничью. А дальше время покажет. Ежедневно шахматисты будут садиться за доску дважды. Сильнейшие игроки турнира определятся в воскресенье. Фестиваль «Крым-2014» станет этапом подготовки к чемпионату республики, который в этом году впервые пройдет как первенство Федерального округа России.